на сайте Шиншилки заказали вот такой спрей. Кубатол называется, Пикс. На основе букового дегтя. В составе действительно буковый деготь. И проверено на собственном опыте, так как на руках он не отмывался около 4 дней. Заказывали на Шиншилке. Сроки годности, как видите, в порядке. Очень классная штука, как оказалось. То есть нам посоветовал ветеринар. У кого есть козы, овцы, лошади, коровки, советую, так как после обработки копыт, обрезки, и если есть еще грибковые какие-то заболевания у животного, ну, у нас, слава богу, нету, но после обрезки копыт распыляешь этот спрей на поверхность копыта и чуть-чуть держишь, чтобы оно засохло. Вот мы использовали уже, оно так затекло, и оно не смывается водой, очень долго держится. Я же говорю, на руках 4 дня оставалось, не смывалось. Абсолютно. То есть для обработки самое оно. Ой, мне.